Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Сегодняшняя наша тема – заявление президента Ильхама Алиева по поводу села Забух и строительства новой дороги, а также о 100-тысячной азербайджанской армии. Также он коснулся многих тем по поводу проживания армян в Карабахе, а также не сжигание домов, не снесение крыш и других тем. Посмотрим его краткое заявление. Bak bu hadiseler onu gösterdi. Anlayışla yanaştı. Biz diyebilirdik ki yok. Ayın beşili ve salam çıkın gedin biz gelici durur. Kim bizi dayandırabilir? Президент Ильхам Алиев говорит, что 5 августа мы построили, закончили строительство дороги, и мы могли сказать нет, то есть сказать армянской стороне, что мы уже должны контролировать Лачинский коридор, но мы этого не сделали, так как нас попросили. И Лачинский коридор, то есть Лачинская дорога, это дорога под нашими ногами, то есть Лачин контролируется азербайджанской стороной. Кто мог нас остановить? Никто не может остановить 100-тысячную армию. Мы не сделали этого. Почему? Потому что нас попросили, и мы ответили, хорошо, подождем до конца месяца. Там проживающие армян сказали им, сами армяне, что не сжигайте дома, не сносите крыши, не снимайте и не увозите сантехнику. 2 года назад они гордились этим, снимая сантехнику и возя с собой, и опозорились на глазах мира. А кто живет в Лачинском коридоре, то есть в этих селах, это приезжие из Сирии и Ливана. И они могут уйти, куда хотят. В Ереван или в саму Сирию или в Ливан. И мы должны контролировать это место. Также коснулся, что кто живет Карабахи, то есть армяне, пусть не верят о каком-то статусе будет или независимости. И есть одно привилегия, это то, что они могут стать гражданами Азербайджана. И как граждане Азербайджана могут жить в Карабахе. И никакой другой привилегии у них не может быть. То, что кто-то говорит о статусе, это брак самого армянина. Я неоднократно говорил, что этот вопрос решен. А то, что Армения хочет тянуть время, этого не будет, так как изменился мир экономически и с политической точки зрения. И мир знает, что эта территория всегда была и будет азербайджанской, так как международное право на стороне Азербайджана. И мы всегда добиваемся цели, поставленной цели.
И то, что я говорю, то делаю. Это уже знают в Армении. И если они хотят мира, они должны смириться со всем этим. Hiç kimse dayandırabilmez. 100 millik ordunu kim dayandırabilir? Böyle de Laçin yolu bizim ayağımızın altında. Etmedi onu. Ne için? Çünkü bizden kayış ettiler. Biz de dedik ki yapış gözleyelim. Aynı sonuna kadar. Ve yakin ki işitmişsin şimdi orada yerli Ermeniler yani nüfus sahipleri orada yaşayan insanlara değiller ki amanın günüdür evleri yandırmayın. Damları uçurmayın. O santexnikanı çıxartmayın, aparmayın. Yani iki yıl bundan evvel bunu deyirdiler. Yok. İki yıl bundan evvel onlar gururlanırdılar bundan. Beline ayıp olmasın bazı eşyaları koyup arası apardı. Bütün dünya gözü karşısında rezil oldular. Ama şimdi deyirler ki senin evin değil. Sen burada gelmişsen ne vakit gelmişsin sen buraya? Ha, 94. yılda. Ben o vakte kadar kim yaşıyor burada? Azerbaycanlı yaşıyor.